Вітаю усіх. Сьогодні ми будемо говорити про здоровий спосіб життя, про здорове харчування. В гостях у нас Олександр Суворов, підприємець. Він займається оздоровленням свого фізичного тіла за допомогою сироїдіння та голодування, в тому числі сухого. Я хочу, щоб він, як то кажуть, з перших вуст поділився з нами своїм досвідом, доніс переваги там, цього способу оздоровлення. Вітаю вас, Олександре, в нашій студії. Здравствуйте. Розкажіть трошки про себе, де ви мешкаєте, яка у вас професія, чим ви займаєтесь? Я бізнесмен, я руковожу підприємством, производственним підприємством. Основне місце життя – Чернігів, но я, звісно, дуже багато путешествую, як по ділам, так і в личній житті. А от ваші погляди на життя, які у вас, скажіть, там, є там… Позитивні. Дуже позитивні. Тоді сформулюємо по-іншому. От є там прихильники різних релігій, у нас там є християни, там якісь буддисти, там ще якісь. Ви якоїсь такої конфесії там підтримуєтесь, чи ви так загалом якось… Ну, я хрещений, я, звісно, християнин, живу в Україні, но… Скажем так, если говорить, религиозный ли я, то нет. Но если говорить верующий, то да. Очень верующий. Потому что для меня понятие вера, она немножко шире, чем простая религия. То есть человек может быть религиозным, но не верующим в душе. Но лучше наоборот. Глубоко верующий, но не религиозный. Він може ці всі обряди виконувати, да, а сам не верить. Да. Як то кажуть. От тако. Ви зараз там займаєтесь цим оздоровленням, тобто якусь таку волеве зусилля робите, там, наприклад, того, що деяким людям важко там повірити, що хтось може відмовитися там від їдіння м'яса, там, від вживання там алкогольних напоїв, там, особливо там, скажімо, якщо він взагалі алкоголік, то його можна не годувати нічим, тільки дай йому там випити щось. І ще там якісь такі. От що вас до цього підштовхнуло? Того, що зазвичай люди до цього приходять, коли вже, як то кажуть, пізно пити боржомі, і вже там і печінки немає, нічого немає, нема що відновлювати. Що вас підштовхнуло, що ви от зайнялися оздоровленням фізичного тіла вашого? Ну, поняття росту, воно і розвиття, воно не прекращається, і коли доходишь до определенного момента, ты понимаешь, что предыдущие какие-то способы не работают, и нужно переходить к более радикальным. То есть голодание – это, наверное, самая действенная программа очистки тела, ну и мозга в том числе, наверное, самая действенная. Ну, я пробовал разные диеты, различные способы питания, но это все хорошо, одно другое не заменяет. Но голодание – это как генеральная уборка в организме. То есть ее можно не делать. Можно жить, в принципе, и в грязном доме, никаких проблем. Ну, просто это будет другое качество жизни. Голодание выводит жизнь на другой уровень. Вот и все. Ну, а, скажем так, вы взагалі-то харчуетесь? Вы вегетарианец? Чи вы там всякую ежу живете? На сегодняшний день у меня, скажем так, сбалансированное питание, назовем это так. Я проходил вегетарианство, был у меня период жизни, когда я больше 3 лет не ел мясо. Ну, мне не очень понравилось, это, скажем так, не мое. Был у меня этап сыроедения в жизни. На сегодняшний день я пришел к тому, что я употребляю в пищу все, но стараюсь, преобладающее количество должно быть зеленой, живой, свежей овощной пищи. Ну, это растительная пища, то есть желательно увеличить. Мясо я ем с большим удовольствием, но желательно на него, скажем так, сильно не налегать. То есть при правильном, знаете, кому что подходит, если кому-то хорошо, вот у меня родной брат, он больше 10 лет не ест мясо, ему великолепно, ему прекрасно. Мне после 3 лет, мне его жутко не хватало, то есть мне с мясом хорошо. Поэтому вопрос не в том, что ты ешь, я думаю, вопрос, сколько ты ешь и как ты это ешь. Если ты периодически там помогаешь своему организму очиститься, кушайте, что хотите. Главное, да, убирать за собой. Ну, а скажіть таке питання, от, наприклад, у вас там ваша сім'я, от вас підтримує там, чи може вони навпаки вам там, коли ви там голодуєте, підходять і кажуть, там, от з'їж там, наприклад, там, биточок, там, візьми вареник, я тобі зробила там, як? Ні, звісно, ні, сім'я, звісно, підтримує, звісно, поначалу були питання, поначалу всі були
удивлены, как это так, человек не кушает там 15-й день, да ты умрешь, то вот с тобой будет плохо, вот мне там рассказали то, а врачи говорят это. Но потом со временем, когда люди видят, к чему это приводит, видят состояние человека, видят результаты, конечно, все это приходит в гармонию, и наоборот, за тобой идут люди. То есть у меня есть много человек, которые следуют моему примеру. Моя дочь старшая, она веган на сегодняшний день, то есть она не употребляет мясо и так далее, и так далее. Хотя наоборот, я ей говорю, что иногда кушай рыбу, иногда кушай морепродукты. То есть быть веганом, это, ну не знаю, в молодом возрасте, особенно когда ты студент, думаю, не очень хорошо. Но это ее личный выбор. Но в любом случае у нее нету даже и мысли об там, алкоголе или сигаретах, или какой-то нездоровой пище. Вот так. Хотя я ее не уговаривал. Ну, а вы алкоголь вживаете? Да, иногда, да. Иногда, да. Сейчас иногда, да. То есть был период, когда я не употреблял его жестко, и было полное отрицание алкоголя. Сейчас иногда, да, я спокоен к этому. Да. А от скажите, от ви до цього голодування дійшли? От я знаю, що ви займалися в школі сухого голодування там у Анни Якуби, так? Угу. От і от ви там вперше голодували, чи ви голодували до цього вже? У вас було був якийсь досвід? Ні, у мене був опит мокрого голодання. Я все це робив сам доволі длительне время. Потім, коли я вирішив попрактикувати сухое голодання, во всякому случаю в Україні не так много інформації, не так много людей, які займаються сухим голоданням. От Аня Якуба, мабуть, наверное, самая распространенный ее как раз вот подход, ее присутствие в интернете и ее присутствие на, ну скажем так, на рынке, да, плохое слово, но да, сухого голодания. Конечно, я наткнулся на нее, прочитал ее теорию, прошел онлайн-курс, и первые 2-3 практики я делал сам дома, до 6 дней дома, причем работал все это время. А вот уже на 7 суток я ездил к ней в Карпаты, великолепное место, и, конечно, если спрашивать по рекомендации, то сухое, именно сухое голодание лучше делать вдали от социума. Ну, а вот скажите такой вопрос. Вот. Вот когда первый раз вы голодали, я просто, у меня был такой опыт тоже, я занимался некими практиками там. Вот, но сейчас разговор просто не обо мне. Вот был такой период, вот, например, впервые, там, когда вот начались какие-то движения в организме, там, когда вот и страх какой-то там, надо бросить все срочно, перестать это там. Было такое или нет? В первый раз да, но в голодании очень важно, особенно в первый раз, очень важна ваша мотивация. То есть очень важно. То есть, ну как говорят, что если ты это осознанно делаешь, это польза. Если ты делаешь это с перепугу или от безвыходности ситуации, то это вред. То, конечно, в первое голодание нужно очень много читать мотивирующую литературу, смотреть YouTube и смотреть именно про пользу. Да. Но у меня это прошло достаточно легко и комфортно. Наоборот, вот когда там после 7-го или 8-го дня, после криза, начались вот эти все процессы, когда ты неделю не ешь, а тебе все лучше и лучше. Парадокс. То есть ты сам себе удивляешься, там 10 дней. Ты 10 дней не ел, встаешь утром, думаешь, 10 дней не ел, это ужас, а тебе хорошо. Да. В сухом, да, первый раз, когда я дошел до 5-го дня сухого голодания, да, я случайно наткнулся на статью какого-то доктора, который писал, какие там происходят организмы на 5-е сутки после, ну, без воды. Да. Ужас! Ну, да. Он написал такие страшилки, что, ну, мне реально стало страшно. Ну, вы подумали, да, не пойти ли к нотариусу срочно, я помню, разные документы. Нет, да, я ничего, я просто понял, что я тогда планировал 6 дней, вышел на 5-м дне, да. Вышел, немножко потом пожалел об этом, но, то есть, не нужно читать всякую гадость, особенно не читайте официальную медицину, она ничего не понимает в этом. Да, того, мабуть, и потребно как раз ехать, да, в какие-то, конечно, то есть, если, да, места. Однозначно. И желательно сухой именно практиковать с хорошим, опытным человеком, с тренером, вот как, например, Аня, да, можно ей в любой момент позвонить и спросить, вот у меня такие-такие мысли, она расскажет, что это вот то. Ясно. А скажите такие еще питания. Вот, например, ну, скажем, ну, якби, ви під час там вважаєте ви себе духовною людиною взагалі? Конечно, однозначно. А от чи під час цього голодування, там, наприклад, ви якимись духовними практиками займаєтесь, можливо, там, можливо, медитації якісь робите? Однозначно. Вообще сухое голодание, если говорить, то это больше духовная практика, чем физическая. Начиная с 3-го дня, работа идет в основном на тонком уровне. То есть тело – это тело, но сухое голодание однозначно – это очень серьезная духовная практика. Почему и лучше уезжать куда-то из социума, чтобы меньше вот это цепляло.
Насчет медитации, это у каждого свое, это глубоко личное, у каждого как бы свой путь и свои подходы, но само по себе пребывание без воды и пищи, отказ от пищи и от воды, это уже есть та самая аскеза, это уже есть тот самый рост, потому что рост возможен только через аскезу, через преодоление себя, через преодоление препятствий. Ну, може бути таке, ну, в принципі, ми знаємо, що такий був досвід в Ісуса Христа, що він перед він годував 40 днів там. Не тільки у Ісуса Христа, практично во всіх релігіях, практично во всіх, це є. В очень многих восточных традициях без этого невозможен переход на следующий уровень без определенного периода отказа от еды и воды. Ну, тобто, скажите ще такі питання. Тобто, ви вважаєте, що взагалі-то можна вживати будь-яку їжу, але в розумних кількостях, ну і періодично очищувати свій організм для того, щоб почуватися здоровим, сильним, там, енергійним? Да. Я еще раз повторюсь, каждому свою, кому как комфортно, потому что каждый живет для себя, и он для себя определяет, как ему комфортно. То есть если для достижения какой-то определенной цели человеку нужно не есть мясо, то ради Бога. Ну, мне уже 46 лет, я прошел разные вещи, и я все-таки считаю, что мы живем для того, чтобы быть счастливыми, и жизнь должна быть счастливой и наполнена всякими разными. То есть, да, я сознательно себя лишаю периодически еды, а иногда и воды, но совершенно для определенной цели. То есть, я не думаю, что что-то нужно делать, то есть быть вегетарианцем ради того, чтобы быть вегетарианцем. Ну, должна же быть какая-то цель. А цель какая? Цель — жить счастливо и полноценно. Вот. Но без периодической уборки в теле и в мозгах ничего не получится. А как говорится, чисто там, где не мусорят. Совершенно верно, так, да. Если, тогда не надо и убирать. Возможно, да. Но вы понимаете, мы живем в таком месте и в такое время, что не всегда это очень просто. То есть мне очень нравится идея сыроедения, очень нравится. То есть вот, возможно, я в конце жизни там приду к ней полностью. То есть сыроедение, особенно там фрукты тропические, ну это вообще просто, это просто, наверное, самое лучшее, что есть и что надала вам природа. Но в зимнее время в Украине, в северной ее части, ну, проблема. С хорошими продуктами, и поэтому, да, если я еду куда-нибудь в Таиланд или в Индию, в моем рационе, конечно же, в основном растительная пища, да, ну, то есть нету смысла, там все хорошо, и климат теплый, да, теплые края, растительная пища у нас иногда. А когда вы голодуете, вы не чували там, например, что вам холодно, там, треба там... Естественно, на первые, конечно, однозначно, в первые дни голодания постоянно мерзнешь. То есть на сухом, на третьем, на четвертом начинается жар, уже перестаешь мерзнуть, на мокром голодании мерзнешь все время. Ну, то есть специально одеваешься и так далее, ну, это нормально. Ну, потом привыкаешь к этому. Ну, дивіться, у мене була одна знайома, у неї в Москві там був теж тренер, там, вона там була така, таким глибоким езотериком, цей тренер, вона там всі там практики робила, голодувала там. Пила, не пила, там їла, не їла. І вона була таким прикладом для багатьох людей, які за неї йшли. В неї там великі зали і гроші збиралися, просто забув зараз її прізвище. І потім, коротше, вона, так сказати, раптово померла. Для цих її прихильників це був такий шок. І от, наприклад, така ж сама була ситуація з Порфирієм Івановим. У нього було багато прихильників, хто з ним там купався в ополонках. Потім він теж раптово помер, начебто нічого не відчувало такого там, хоча там уже був вік пристойний. І вони теж всі кинули одночасно займатися цим процесом. Потім от ми можемо згадати такого товариша російського шоумена, який це Динаміт. Він був теж слідкував за своїм здоров'ям, там він був такий накачаний, м'язистий хлопець там. Я впевнений, що він, ну, не їв там ні зайвого, нічого. Він тільки слідкував там за цим всім, і теж в 45, по-моєму, років пішов від нас. Тобто, що, ну, от, мені це нагадує, коли от люди чисто звертають на якісь оці фізичні прояви. Це от був такий мультфільм колись «Чарівні окуляри». От про маленьке совиня, яке побачило, що дід його сова, він вирішує всі питання в окулярах там для всього лісу. І коли дід заснув, він поцупив у нього ці окуляри, надів їх собі і подумав, що він так само буде такий мудрий, як і той дід. Ну, але в нього ясно, що нічого не вийшло. То чи достатньо, от, наприклад, людям займатися чисто проблемами фізичного тіла, чи треба якось, може, поєднувати його, ну, з іншими якимись ще практиками там духовними? От що ви скажете з цього приводу?
Но это же все взаимосвязано, естественно. Тело не может существовать без души, ну, как мы говорим там, души. И наоборот, как можно заниматься духовными практиками, имея грязное, старое, больное тело? Ну, это можно, но все в гармонии находится, все должно быть в гармонии. Насчет ухода из жизни людей, там, практикующих что-то, я уже говорил на эту тему. Каждый выбирает для себя сам то, что ему комфортно. Потому что ну, нас учили, даже действительность нужно собой определять. То есть ты получил знания, применяй их в жизни в своей сегодня. Ну, если у тебя получается, и ты получаешь результат, практикуй. Если не твое, не надо этого делать. Ты должен відчувати це, мабуть, внутрішнє. Конечно, ты должен для себя это делать. Делать для кого-то, потому что это модно, или потому что так считает кто-то. Но это можно только на первом этапе. Ну, то есть, как то, что немцу хорошо, русскому хорошо, да, 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 да. Насчет ухода из жизни таких личностей, как Порфирий Иванов, я не знаю, что там на самом деле происходило, потому что люди такого уровня, они отрабатывают какую-то свою историю, у них есть какие-то свои задачи, свои цели. Вот и его уход, может, он так решил, что ему нужно было так, вот так уйти. Я не знаю его уровня. Людей, которые практикуют и привлекают к себе людей для передачи знаний, я не знаю, это не про меня, потому что я это использую только для себя. И я никого не уговариваю, боже упаси, потому что для этого нужно совсем другое, наверное, разрешение. Имеешь ли ты право транслировать это? То есть своим примером можешь показывать, получать за это деньги. Но это, наверное, другая история уже. И мне это не нужно. Да. Зрозуміло. Тобто, як колись сказав Ісус Христос... Тому що, якщо, я прошу прощення, якщо ти це робиш для себе, то ти це робиш для себе. Якщо ти це робиш для бізнесу, тоді це бізнес. Тоді у бізнесу є свої закони. Їх треба соблюдати, вони працюють по-другому. Ну, так, да, і багато таких є тренерів, які займаються чисто бізнесом, ясно, що... Ну, раді Бога, це їх, так сказати, путь. Да. Але просто можна з кожного взяти те, що тобі користує, так би мовити. Да. От, як казав Ісус Христос, ще стосовно їжі, хотілося б нагадати, в нього була така фраза, не те, що входить до уст, людину оскверняє, а те, що виходить за її уст. Того треба думати про, так би мовити, про свою свідомість да. більше, мабуть, ніж про фізичне тіло, але ну, не можна і забувати і про нього, так би мовити. Є насчет того, що ми їдимо, є багато різних мнений, і є дуже авторитетні люди, які говорять другим язиком, що все одно організм із пищі потребує определені мікроелементи і елементи, які є в таблиці Менделєєва, да? Ну, условно. А из чего он их берет, то это организму, наверное, все равно. Это будет еда, это будет мясо, картошка, помидор или, там, я не знаю, кусок ткани. Ну, условно. И, допустим, эти люди говорят так, что раз у нас есть пищеварительный тракт, то, внимание, пища варится там, то есть она раскладывается на эти микроэлементы. Поэтому если ты думаешь, что ты сыроед, что у тебя ты ешь только сырое, то расслабься, потому что она внутри все равно переваривается, да, в самом названии пищеварительный тракт, пищеварение. Поэтому эти люди говорят так, что главное твой ментальный настрой на то, что ты ешь. Да? Помните старую древнюю русскую поговорку «порося-порося превратись в карася». То есть я вроде как ем карася, порося, но для меня это карась. То есть в пост можно, грубо говоря, вот, наверное, вот это первично. Но хотя я никого ни в чем не убеждаю, еще раз хочу повторить, что то, что я практикую, это делаю для себя, я к этому пришел, и это комфортно лично для меня, Александра Суворова. Для какого-то другого человека будет что-то свое конкретное. Главное, чтобы это было его искреннее, не показное, не для галочки, не для моды, не для того, что вот я теперь сыроед. И теперь я буду всех учить и всем рассказывать, что средний – это правильно. Нет, боже упаси. Ну, я не знаю. И хотелось бы мне еще завершить тогда нашу передачу на этой позитивной ноте, что, как сказано посланні Корифіянам в Біблії, ну, що цитую, і тут одна з найдавніших книг, яку ми тут використовуємо, сказано, що наше тіло – це є храм Духа Святого, в принципі. І якщо ми навіть побудували дуже розкішний храм, але в ньому цього Духу Святого немає, то він через певний час занепадає і розвалюється. Того призиваю всіх, якщо ви будете займатися цими духовними практиками, фізичними практиками, займайтеся одночасно і духовними. Таким буде чином у вас гармонія, і буде ваше життя щасливим і багатим.
Щасти усім. Спасибо.